Канов низом. Хорошая передача. Никто абсолютно здесь не встречает оппонента. И можно дальше пытаться обыгрывать, либо же простреливать. Навес на дальнюю штангу. Нужно бить по воротам. Репин из ближнего угла. Казалось, что мяч вытаскивает, но по итогу заходит он в ближний угол. Игроки Форте выходят вперед в этом матче. Да, вот так вот. Ну, честно говоря, не очень понятно вообще, как мяч заскочил. Репин вроде бы ближний угол контролировал, но удар успешный. Оказался вне своей позиции. И опасная атака для ротора должна получаться. Можно отдавать в центр передачи и пробить бы здесь. Под левую ногу мяч убирается. Обыграны двое. Это 11-метровый. Это пенальти. И кажется, что вопросов к этому абсолютно нет. Но отметим, как же здорово Григорий Тарнов на ложном замахе соперника убрал. Забивает свой гол Николай Кузнецов. Это третий его забитый мяч в этом сезоне. Поздравляем Кузнецова с этим. Отлично исполнил 11-метровый удар. Это атаки, уже об этом обговорим. И это пенальти у ворот Никиты Репина. Было нарушение здесь. Судья практически без паузы показывает на точку. Разводит Репина и мяч по разные стороны. Ризван Ахметханов выводит команду Форте вперед. 2-1.